Да тут же проблема не в калибровке яркости. Тут проблема в том, что... горизонтальный, вертикальный размер, ну то, да? Проблема в том, что у меня персонажи и окружающий мир, я не знаю, графика ну очень плохая. Все остальное вроде нормально, то есть панельки... Как это стоит вообще графика? Ну, 1920-1080. Нет, на самой детализации там. Я все на максимум накрутил. Может в этом проблема, что у тебя не работает? Что такое использовал звуки, интересно. По умолчанию, сделай себе графику, посмотри, что. Я еще попробую, может быть, RTX 11, может у меня что-то нету именно здесь. У тебя еще что-то не то с тем, что ты, блин, где появляешься, блин. Главное, сейчас текст нормально, понял? Панельки с ХП имеют четкую графику. А персонажи именно, понял? Вот, и всякая дрянь вообще говно. Видимо, какие-то проблемы. И главное, даже монитор пишет, что нормальное расширение, вся фигня, блин. Да, есть, блядь, разные миры. Слышишь, а ты можешь рядом с мини-картой нажми F2 и в верхом правом углу там синий квадратик мини-карты, понял? Сейчас я не зашел еще. И что там? Ну там все-таки есть, то есть эти области. Как в этом стеле. Видюшка нормально, даже качестве, блин. Как туда до мини-карты добраться? F2. И сказать, в каком ты поле. А, карты, в смысле, где? Да. Там 10 штук получается. Видимо, не карта. Видимо. Не, ну синий квадратик там. Ромбик. Синий. У меня есть желтый. Красный. Ну там где плюс-минус, чуть правее плюса, больше там ничего нету. А, есть, но оно что-то. Написано, что я в каком-то инстансе. Ну, в каком? А, надо подождать минуту. Сейчас. Ага. Ну 10-й вроде как. Поля Невер Винтера номер 10. А что? А ничего, я в другом был. Друзья. Я пока не могу тебя добавить в пати, потому что это персональная зона до 5-го левела. Может там за графика ничего не придумал? Может погуглить? Да, наверное, погуглить. Я сейчас тебе скину видюшку, посмотришь, блин. Тут вообще ад. А не надо.